Привет, ребята, с вами Антон, и мы продолжаем проходить Obscure 2. Хардкор просто нереальный, конечно. У нас всего 9 патронов в результате. И как-нибудь дальше я даже не представляю. Конечно, стоит надеяться, что здесь мы найдем патроны. Это похоже на вторжение. Ого, они используют покрышку вместо подушки. Обалдеть. Я, честно говоря, не могу понять одной вещи. Перевод пиратский или лицензионный? Потому что, когда игра запускается, есть логотип 1С. Кори! Что это за Жерар Депардье? Что это было? А? Что за... Так, называется... Не было печали. Что это было? Она не напоминает мне Мэй, когда она злится. Как я ее сейчас понимаю? И как я понял, сердец не остается после этих... гарпий. Или как их еще назвать, я даже не представляю. То есть нам срочно нужны патроны или... обздец. Давайте пойдем направо. Так, подружка, давай-ка. Не пошлите от этих деревьев. Я хочу обратно в цивилизацию. Не отходи слишком далеко, Эми. Если я тебя потеряю, Свен... Так, прекрасно. Мы с вами попали... Я не знаю, куда мы с вами попали. Но это уже лучше, чем лес. Намного. Разбить можно, наверное, я думаю, да? Вот эту вот хрень. Блин. Хоть бы где... Хоть бы где, хоть бы раз. Это должно быть больница. Нам тут наверняка помогут. Сначала надо попасть внутрь. Да. Как-то тут тихо. Даже сирены скорой не гудят. О! Ну, наконец-то. Наконец-то! Свершилось. Ура! Надеюсь, с Мэй все в порядке. Поздновато вспомнил. Кретин. Я знаю, я глупо поступил. Не в первый раз. Что ж, сразу придется полечиться. Что ж делать еще? Хотя у нас вроде баба гораздо больше покоцана. Давайте ее туда лечить. Я не медсестра, но это должно помочь. В этой игре все нужно изучать. Так. Машину, интересно, как-то можно, не знаю, открыть дверцы там. Может, какой-то скарб лежит внутри. Возможно, нет. Возможно, это все надумано. Дверь надежно закрыта. Так, вот здесь мы уже можем подняться, замечательно. Так, подружка. Люкс, Кори, Курпорекс, Абити. Кори, осторожно! Пипец! Давай-д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 авай
Иди сюда. Блондинка, чего ждешь-то особого приглашения? Будешь продолжать в том же духе? Я тебя и без приглашений пну, где больно.
Так, давайте сначала попробуем клюшкой ее завалить. Эту херь. Ну давай, давай, подходи сюда. Все, ура. Теперь можно поднять ее. Давай, давай, иди сюда. Так, ну, мы опять на мели. У нас ни патрон, алло? Ничего. Меня кто-нибудь слышит? Алло, говорит Фолкрик. Нам нужна помощь. Пожалуйста. У нас люди умирают. Ответьте. Мэй? Кори, ты где? Я в больнице, Сэмми. Моя машина. Она убита. Я боюсь за тебя, Кори. Я знаю. Прости, милая. Я вел себя как дурак. Кори, с Джун беда. Мы со Свеном идем за ней. Эй, чувак, хорошие новости. Машина Джун здесь. Как только найдем ключи, я привезу обеих обратно. Обещаю. И, кстати, присмотри за моей блондинкой, ладно? Не волнуйся. Мы пока останемся тут. Вроде тут спокойно. Берегите себя, ладно? Ты меня знаешь. Я люблю тебя, Кори. Давай, работай, ну! Прости, таблеток нигде нет. Зашибись, опять в лесу. Ну что ж ты будешь делать? Что у нас есть из оружия? Так, ну с пистолетом, конечно, полный голяк. Ладно, клюшку поставим. И то лучше. Куда нам нужно идти? Интересный вопрос, правда? Я бы... Мэй! Джун? Они прямо за дверью. Кажется, они знают, что я в комнате. Мы рядом. Тут я и Свен. Мы идем за тобой. Пожалуйста. Черт подери, туда по-другому не попасть. Магнитный замок уничтожен. Такое не взломаешь. Нужно найти другой путь. Быстро! Вот эта торопливость, конечно, не очень мне нравится, не очень по душе. Я больше не могу, Мэй. Это прямо как те истории, которые нам рассказывали, когда мы были маленькими. Но это правда! Тут настоящие монстры. Мэй! Держись, Джун. Мы идем. Мы уже близко. Заперты! Подумаем об этом потом. А пока просто идем вперед. Ну хер ли думать-то потом? Жить-то надо сейчас. Это же безобразие полное. Так, по-моему, что-то лежало, не? Или нифига тут не лежало? Ну, окей, ладно. Они ловятся сюда! Помогите! Держись! Мы идем! Да. Опа! Стоп, 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 братюня! Тупица ты, волосатый хиппи! Все, 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 все. Так, теперь нужно побыстрее справиться со всем этим, да? Дерьмом. Ага. Вот так, скорее всего, нужно, да? Теперь снова вверх. Ну хотя бы сразу у нас все как положено, нормально. Быстро проверяем комнату на наличие хабара. Ничего тут нету, да?
Мэй, ты знаешь, как это взломать? Беги! Ладно, я тебя прикрою. Так, ну давай прикрывай тогда, хорошо. Опять? Хорошо, прикрываешь. Братин, мы все откоцанные. Нужна помощь. У нас нет времени, нужно торопиться, Мэй. Ну, торопиться нужно, я понимаю. Но, а какое имя выбрать? Так, замечательно. Хотя бы можно энергетик будет принять, но это чуть позже, я так полагаю. Так. Журнал «Современный студент» прилагает полезные советы, чтобы стать успешным студентом. Заголовки этого номера. Лучший план на каникулы. Обучение во время сна – это возможно. Управление бизнесом отца. Перспектива или ошибка? Какая-то херня, короче. Так. Зашибись. Какие у нас вообще есть варианты? Джун, в подвале нет. Ладно, будем думать. В общем, набрать нужно было следующее имя. В понт какой-то. Ну окей. О. Такое всегда пригодится. Конечно, такое всегда пригодится. А, выберем его и Свена. И поставим пистолет, на всякий случай, мало ли. Так, отлично. Супер. Мы рядом, Джун, верь мне. Они тебя не достанут. Речь идет о жизни моей сестры, Свен. Мы должны идти. Да я понял, что речь идет о жизни твоей сестры. Блин, пипец. Ой-ой-ой. Ну уйди, дура. Фух, твою мать. Идиотка. Идиотка тупая. Пипец. Даже Тита. Джун, Джун, Свен, с ней что-то случилось. Не думай об этом, просто иди. Да, куда идти-то? Джун, нужна помощь. У нас нет времени, нужно торопиться, Мэй. Я даже не представляю, что делать нужно, блин. Пипец. Прыгать мы не можем, ничего мы делать не можем. Странно. Эта игра начинает все больше и больше мне надоедать. Знаете почему? Я вам сейчас это продемонстрирую. Вот такую тупню создавать, я не знаю, как надо было додуматься вообще. Что-то подобное они сделать. Помогли! Джун, черт, быстрее, Свен! Да иду, иду. Правильно вообще идем-то, нет? Нет, это ванная. Да блин. А-а-а. Темнота такая, что ничего не разобрать. Пипец. Бардак полный. Опа. Что-то случилось? Джун, она мертва.
Что? Что случилось? Мэй! Нет, Мэй! Джун! Я не могу! Мэй, уходим! Оставить. Уходим! Давайте сохранимся. Ее больше нет. Надо выбираться отсюда. Или с нами будет то же самое. Да, или с вами будет то же самое. На этом тогда давайте серию завершим. Надеюсь, она вам понравилась так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйте подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.